насколько и Константин Крылов, и Данила Тен позволят гостям доминировать в этом забеге. Я думаю, что, конечно же, нет. Ну и еще раз скажу, что Константин Крылов, конечно же, нас удивил в 23-м году, пробежав 10:15, установив рекорд России среди юниоров и переписав это достижение. 33 года оно стояло. Итак, смотрим. Константин Крылов очень долго запрягает. Вот последнее время. Хватит или не хватит Константину Крылову? Не хватило. Данила Тен выигрывает и второй раз берет реванш у своего главного конкурента Константина Крылова. Костя, когда ребята подходили к камере Матч ТВ, 30 секунд, хотя вот начало.